Сегодня День строителя. Строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Вы представители той профессии, плоды трудов которой может видеть и оценить каждый. Наша прекрасная Карачаева-Черкесия построена руками десятков поколений строителей, архитекторов, каменщиков, отделочников, которые работали, созидали во благо современников и потомков. Труд хорошего строителя на века. Именно таким должен быть девиз каждого причастного к этой отрасли: строить так, чтобы в основательности и качестве постройки, реконструкции или реставрации не было сомнений. Это особенно важно сейчас, когда, несмотря на внешнеполитические и экономические сложности, наш регион и страна в целом не отступают от намеченного в рамках региональных и федеральных программ. Мы активно строим и реконструируем детские сады, школы, крупные спортивные объекты, парки отдыхов, дома культуры, жилищные комплексы, больницы и поликлиники, мосты и транспортную инфраструктуру. И нет в этом перечне чего-то более или менее значимого, важно все. История не раз доказывала, что представители строительной отрасли этой сугубо мирной профессии порой совершают свой трудовой подвиг. Так отличились строители, которые восстанавливали нашу страну после Великой Отечественной войны. Нынешнему поколению созидателей также предстоит внести свой вклад в восстановление и развитие новых регионов России. И нет сомнений, что работа эта будет проведена на достойном уровне. Искренне благодарю вас за ваш очень важный и ответственный труд.